И сейчас прям было страшно. Роман Карымов вновь! Воу, отличный сит-грэй крутой! Воу! И потом четко приземлился. Кроссовые мотоциклы немного. Мягкое седло, как для кроссового байкана. Пожестче. Шел, вот он, первый, второй и третий друг за другом в паровозе. Седан Паркетов, Роман Карымов и Даниил Мещуков. И Владик у нас пуляет стердаун с бартвистом. Дальше летит делать. Два Брайана Авип с первой попытки. Влад у нас накатывает стердаун с ножкой. Дальше летит, делает бэкфлип, хилл-кик. Так, Богдан у нас накатывает стердаун с вип-напарщиком. Дальше делает бэкфлип с каким-то трюком, я просто не заметил. Олег Костянчик прыгает с барщиком стердаун. Дальше делает нафиг на тейл-вип. Барспинчик пуляет стердаун с барспинчиком, делает два Брайана вип, опять дальше много барспинов, дальше вкатывает стердаун с ножкой, идеальный накат, хороший, тогда опа, тикет с Брай на... Стой!
Стердаун готов, поехал. Саня вкатывает сейчас. Пулять Стердаун, перелетает Стердплэнта. Просто с первой попытки сделал идеально. Развернулся просто. Пулять Стердаун с бэкфлипом. Идеальный затяжной. Дальше кэш-роу-фил. Санек у нас поехал с грэпчиком. Пуляет, значит, Стердаун дальше летит. Опять Стердаун красивый, красивый, идеальный просто. Владос у нас накатывает, прыгает Стердаун с ножки, дальше вылетает, делает бушинг флип. Готов, лип, уехал, просто красавчик. Дальше брать бутеркап под идеальнейший на... Костян сейчас накатит, просто в разгоночку накатил, пульнул Стердаун, дальше вылетает на фарш, делает первый флип. Ну ладно, вместо Полякова и Ильича поехать в Ваня Гребенюк.